Приветствую вас, уважаемые партнеры, с вами Олег Помазан. И сегодня будет обзор о предстарте нового сервиса от Александра Глинкина, который называется Parabox. Это рекламный сервис с возможностью заработка с помощью серфинга и партнерской программы. Старт состоится 16 мая в 12 часов по московскому времени. Но уже сейчас на предстарте вы можете войти в партнерскую программу. Вход в нее составляет 9 рублей и каждое ваше место принесет прибыль в размере 140 тысяч рублей. При этом предусмотрена трехуровневая реферальная программа. На предстарте вы можете покупать места с 1 по 9 стол в неограниченном количестве. При этом уже сейчас вы будете получать реферальные вознаграждения от покупки мест вашими рефералами, которые можете выводить на свой Pair кошелек. Вывод у нас инстант, то есть моментальный. Также вхождение в партнерскую программу дает вам право зарабатывать и с помощью серфинга, где за просмотр каждой рекламы вы будете получать 20 копеек. При этом вы и сами можете участвовать в качестве рекламодателя и рекламировать свои проекты. Итак, если вас заинтересовал наш сервис, то ссылка на регистрацию будет в описании под данным видеороликом. Ну а сейчас начнем обзор с регистрации. Если вы видите, что система показывает нужного вам спонсора, то придумывайте логин, пароль, прописывайте свою почту, разгадывайте капчу и нажмите «Создать аккаунт». Также имейте в виду, если вы по своей реферальной ссылке будете создавать дополнительные аккаунты, то в них можете указывать одни и те же данные, включая почту, только логин нужно придумать другой. Итак, прохожу регистрацию. Для начала перейдите в раздел «Настройки». Загрузите свой аватар, пропишите ссылки на свои Telegram и ВКонтакте и сохраните. Далее перейдите в раздел «Мой кошелек». Придумайте финансовый пароль от 12 символов и сохраните. Он вам понадобится для сохранения или смены кошелька Pair, на который вы будете выводить прибыль, и для внутренних переводов. Далее, теперь нужно сохранить свой кошелек Pair для вывода прибыли. Прописывайте номер кошелька, финансовый пароль и нажмите «Сохранить». Теперь ваш Pair кошелек будет отображаться при выводе прибыли. Имейте в виду, изменить или восстановить финансовый пароль вы можете только через администрацию. Для этого вам нужно будет написать админу в Telegram или внутренним сообщением на сайте. Далее рассмотрим пополнение баланса. Для входа в партнерскую программу вам нужно будет пополнить баланс минимум на 9 рублей. Сервис работает с системами Pair и FreeCassa. Я выбираю Pair и нажимаю «Пополнить». Деньги в Pair у меня лежат на рублевом счете, поэтому выбираю рубли. Подтверждаю. Оплатить счет. Еще раз подтверждаю. Ввожу MasterKey. И далее меня система сразу же перенаправляет обратно в кабинет, где видно, что баланс у меня пополнен. Перехожу в раздел «Витрина». И теперь активирую место в партнерской программе, нажимаю «Начать серфинг». Как вы видите, чтобы зарабатывать на просмотре рекламы, вам нужно активировать место в партнерской программе за 9 рублей. Нажимаете «Оплатить». Теперь по желанию вы можете на предстарте покупать места с 1 по 9 стол без ограничений. Все ваши купленные места появятся чуть ниже. На предстарте рекомендую покупать места только для автоматической расстановки. И тогда на старте 16 числа первые 4 места в каждом столе расставятся по дате и времени регистрации, а остальные места по дате покупки. Таким образом, можно заходить в каждый стол на предстарте золотым треугольником. Расстановка на старте будет автоматическая, где все ваши купленные места, а также основные места ваших партнеров, встанут в вашу личную структуру по алгоритму сверху вниз и слева направо в первое свободное место. Расстановка будет происходить в онлайн-режиме, и после полной расстановки вы увидите свою структуру в разделе «Матрицы». Также после старта 18 мая вы сможете искать выгодные цепочки в своей структуре. И когда будете такие цепочки находить, то сможете покупать ручных клонов и ставить в любой выбранный вами стол. Обучающий ролик по этой работе будет после старта. Ниже вы можете ознакомиться с маркетингом партнерской программы. А заработок на просмотре рекламы начнет работать после старта. Эта информация будет в разделе «Серфинг». Раздел для рекламодателей будет также работать после старта. В разделе «Баннеры» вы можете скачать баннеры любого размера. В разделе «Мои рефералы» вы можете скопировать свою реферальную ссылку и приглашать по ней партнеров. Также здесь можете ознакомиться со своими рефералами по трем уровням. А фильтр вам поможет скорректировать поиск. Ну и также можно найти реферала по логину. С любым партнером можно связаться по его личным контактам, а также внутри сервиса, где можно написать ему сообщение и отправить. Также есть функция блокировки или разблокировки любого партнера в сообщениях. Дизайн сайта вы можете всегда сменить на день или ночь. Еще давайте рассмотрим функцию внутренних переводов. Здесь вы можете перевести необходимую сумму любому партнеру по логину. Прописывайте логин, далее вперед. Если система такого находит, то прописывайте сумму, свой финансовый пароль и нажмите «Отправить». И деньги сразу же поступят партнеру на баланс его кабинета. Теперь рассмотрим вывод прибыли из нашего сервиса. Он у нас инстант от 5 рублей на кошелек Pair. Имейте в виду, выводить можно только заработанную прибыль по маркетингу. Также обратите внимание, что система резервирует 9 рублей на абонентскую плату.
В данном случае и всей суммы на балансе у меня заработок по маркетингу составил 230 рублей. Это я заработал сейчас на реферальных вознаграждениях. Остальную сумму я пополнил, чтобы купить места с 1 по 9 стол на предстарте. Таким образом, из 230 рублей моего заработка система удерживает 9 рублей, а 221 рубль я могу сейчас вывести. Или купить на эту сумму дополнительные места в партнерской программе. Я сейчас, конечно же, продемонстрирую вывод прибыли, но перед этим куплю дополнительные места в партнерской программе. Перехожу в раздел «Серфинг». Одно место в первом столе у меня появилось при активации программы за 9 рублей. Теперь я куплю одно место во втором столе. Оно стоит 10 рублей, нажимаю «Оплатить». Ниже, как видите, купленное место у меня появилось. Далее покупаю в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом, в восьмом и в девятом столе. Рекомендую на предстарте по максимуму прокупиться хотя бы по одному месту в каждом столе, чтобы вас рефералы не смогли обогнать на старте. В разделе «Рефералы», выбрав только активных рефералов, вы всегда можете посмотреть, в каких столах и сколько мест они купили. Если, к примеру, увидите, что у вас реферал купил место в пятом столе, а вы еще там его не купили, то, конечно же, вам надо его успеть на предстарте купить. Иначе на старте в этом столе вы реферала потеряете, и он уйдет к вышестоящему в структуру. Но при этом реферальный вы все равно будете от него получать. И еще один важный момент вы должны помнить. В нашей партнерской программе предусмотрена абонентская плата 9 рублей раз в 3 дня. Она снимается автоматически с вашего баланса, и на эту сумму система вам покупает клона, который становится в вашу личную структуру первой матрицы. Постановка места происходит автоматически по алгоритму сверху вниз и слева направо в первое свободное место. Абонентскую плату самостоятельно и наперед проплатить нельзя. Она оплачивается только в автоматическом режиме с вашего баланса. Если на момент списания у вас не будет необходимой суммы, то ничего страшного не произойдет. Сервис никаких санкций не применяет, и все ваши места продолжат работать по маркетингу. А уже позже с прибыли или с пополнения баланса система погасит задолженность и купит вам клона, который встанет в вашу личную структуру. Итак, ну а сейчас я продемонстрирую вывод прибыли на свой кошелек Payeer. Пока записываю обзор, как видите, прибыль у меня увеличивается. Прописываю сумму и нажимаю «Вывести». Как видите, в истории транзакций у меня появился вывод со статусом «В работе». Обновляю страницу. И как видим, вывод прибыли у меня произведен, потому что вывод у нас инстант, то есть моментальный. Перехожу в историю своего кошелька Payeer и нажимаю «ID транзакции», где видим, что я получил прибыль из сервиса Parabox за минусом комиссии Payeer. Итак, друзья, как видите, сервис платит, регистрации идут, и мы набираем обороты. Но на сегодня информации достаточно. Желаю всем больших чеков. С вами был Олег. Пока.